что у меня нет никакой депрессии, я в любое время года бодр, весел и работоспособен. Да и в моем возрасте некогда депрессировать и киснуть. Это пусть молодые киснут, они в 16 лет, там жизнь кончилась, уже стихи пишут. Вот. Мой один замечательный друг, выдающийся мастер, сейчас он ректор в ГИКа, Владимир Сергеевич Малышев, у него есть стихотворение, которое он написал в 16 лет. «Мне жизнь чего-то не домерила, чего-то жизнь не додала». Вот в 16 лет можно так сказать, а уже в 63 года нет. Я вас понял.